Начало миссии, начало матча, это Бианонсет против Виндшторма. Бианонсет сегодня уже играли. Виндшторма, соответственно, смотрели за матчем, готовились к сопернику и могли уже какие-то для себя моментики подписать, там где-то понять что-то, что может помочь им в противостоянии. Сейчас Шеннон пробежал. Пам-пам-пам. Кен, вот, съедем. Взяли. Хорошо. Шеннон уже убит. Ну вот так вот, разменялись. Но он попытался убежать, при этом не чекнул игру на дереве. Естественно, его за это дело наказали. Пока что у команды 2B Anonsed проблем в атаке нет. Они в численном преимуществе, и этим числом они должны будут пользоваться. Кажется, что попытаются раздавить выход Б плента, но очень опасная позиция у того же Виса, который выходит с машины уже на перестрелку, но не просаживает соул должным образом. При этом Зиги пикает еще и Тимоха. Виса погибает. У него не было саппортов, и Мираж вместе с НДЖем остаются вдвоем. Энджей нашел минус, но следом погиб, и остался также один Мираж. По нему прилетает минус от Фенза, и первый раунд пока что на одном дыхании берут для себя игроки 2B Anonsed. Но первые раунды, как правило, они такие и бывают. Пристрелочные, посмотрели, кто где стоит, кто как действует, есть ли поджимы, нет поджимов и так далее. Ну а следующий должен быть посложнее. Здесь сразу же зонящие хае летят от Верео, и одна из этих гранат находится у своего адресата, минус Соу. И ну вот очень опасно было, успел среагировать. На хаешку не наступил, не погиб. Тимох, открытие под альфу. Еще одна хаешка бы прощается с жизнью, полетела в воздух. Рензо погибает, Кенова тоже. И знаешь, что я хотел сказать как раз таки? Нам этот матч поможет сегодня открыть ответ на вопрос. Играли ТБА с Виенами. Виены расстреляли просто ТБА. И вот вопрос поставил интересным ребром, хочешь сказать. Дело ли в Йенах было или в самих ТБА? То есть сейчас вот надо смотреть в эту катку, и в принципе можно будет получить ответ на вопрос. Поэтому смотрим до конца, ждем, верим, любим, надеемся и так далее. Вот, ну и соответственно командам удачи. Тоже минус повис, падает Шеннон, падает Энджей, вот как-то в секунду сыпется оборона. Сейчас преимущество у атаки, и с ним они могут вывалиться на бету. А там один Верео. Ай-яй-яй-яй. Но его быстро щелкают. Мираж последний. Начало такое. Ну, Миража должны забирать. Вейк. Открытие. Он отходит. Все. Сейчас он не рискует. Вчетвером забрать одного. Незачем вот одному геройствовать. Накрылись вместе. Перестрелка. Все. Забили до смерти. Заголовки газеты. Забили до смерти. Миража. В темном переулке. Да, есть такой момент. Но слушай, пока что нет ответа на твой вопрос, была ли все-таки проблема в команде ТБА, или все-таки это были Виены там, да, какими-то дикими и так далее. Пока что три раунда позади, и только один раунд преимущества у команды ТБА Anonsed, и они вновь пытаются сместить вектор атаки в сторону сайда. Минус от Верео, но моментальный размен от Соу продолжает давать именно выход Б. Соу должен находить еще один минус, но ему надо помогать. Верео все-таки погибает, от Шеннона хоть и был один минус, но смещение от Виндштормов уже есть. И правда, это смещение идет вдвоем через КТ плюс Матин через Зигу. А Зигу вообще никто не мониторит. Шеннон им должен пользоваться. Хорошо, есть минус. Тимоха выходит на помощь, закрывает еще и Шеннона. А Энджей 14 хп. Знал бы он, что там Соу с Тимохой тоже далеко не фуловые парни. Может быть, действовал бы немного поагрессивнее. Но опять же, у него позиция в открытую. То есть он выходит, ему прятаться просто некуда. Его сразу же должны будут расстреливать. Заходит, простреливает Секрет, закрывает Соу. Ну а теперь Тимоха просто игра на контакт. Ничего более, 40% здоровья, тоже лишние риски ему здесь совершенно не нужны. А времени остается буквально 5 секунд. На кто заходит Энджей, Тимоха его прекрасно слышит, Энджей погибает, 3-1. 3-1, отыграли спокойно, в принципе, на время, на звук, на свой лишний скилл. Пока получается, пока идет, тебе анонс, 3-1, все хорошо. Но вот Виндштормам придется сейчас подредактировать свою игру, чтобы начинать набирать раунды в ответку. Полетели хаешки сейчас под кухню, Кен вот наступил немножко. Дал хп соответственно. Хаешка под смоушена на смерть. Угу. Начало для атаки снова. И будет ли это снова бета? Оп. Тимоха увернулся. Все хорошо. Но хаешка опасно было открыть. И на мидл, кстати, Кен вот один открывался. Он сейчас очень сильно рискует. И рискует вот именно, чтобы быть убитым и отдавать равенство оппоненту. Но нет. Еще и Тимох помогает. Забирает миража. Остался Виса и Верео. На КТ, и тут потихоньку по одному разбирают того другого, и реально, кстати, вся команда упала по одному. 4-1 выходит в лобби. Но есть почему. Может, нет? Может, тут вообще никак не надо ничего обсуждать?
А походу они так и думают, они уже готовы все практически. Там остался один мираж, перекинули хоста Верео. Ну слушай, 4-1 это вообще не тот счет, когда надо сбивать темп. Здесь уже надо определенно выйти и обсуждать, потому что один раз вы лажаете, вы теряете половину. Я думал, значит, как развернешь мысль. Да я о том, что, ну, тут даже, знаешь, не то чтобы темп, кажется, вот, знаешь, штормом немножко не удается пощупать своего соперника, типа, они на перестрелках не вывозят. Не получается. Вот ну, в открытых открываться так. Вот, пока что по тем 5 раундам, которые мы увидели, вот у меня просто ваше впечатление. Вейк, серьезно? Если они сейчас с лонга пройдут, ребят, ну там уже прошло смещение под мид, окей. Через лонг выйти будет максимально сложно. Но вот сейчас мы увидели классический раунд, мол, окей, пацаны, мы 4-1 тащим, значит, и этот затащим просто на ноге. Соло врывается, у него нет подмоги, через лонг еще никто не вышел, хаешки как таковые не были раскинуты. Он встретил 3 ствола в упоре. Только вышел с коннектора. Его сразу же погасили. Длина после этого пошли, естественно, уже на ноге пытаться размениваться. И сейчас ситуация 2 в 3. При этом они пытаются пикнуть с ланга. Они вроде как создали видимость того, что ушли. Под мидом сейчас есть саппорт, но он будет максимально долгим. То есть, если удастся пройти условно тот же самый план, то мид уже здесь, ну, в саппорты не выступит. И есть минус. Хорошо, ну там, опять же, Верео неплохо отработал, как только удалось найти один минус от НДЖ. Далее Верео просто смещается на чек того же ланга и находит еще один минус. Вот это 4-2. И вот сейчас это, я могу сказать, то, что никак не повлиял перезаход. Это просто, ну так скажем, личный фактор команды ДБА. Они сыграли в агрессии по одному, за это поплатились. Предыдущие раунды играли хоть и быстро, но старались играть вместе, максимум один игрок в размене был. В этом раунде здесь был неприятный поджим от Виндштормов, нашли entry kill и сейчас, естественно, заставили ТБА задуматься. ТБА сейчас не собираются давать третий раунд, ну и понятно, 5-2 закончить было бы более комфортным результатом. И обработать одну позицию, кажется, что апленд выглядит вкусным, но здесь опять же потеря вейка. И при этом продолжается аркада под Сол, но Сол забайтился, Сол полетел в эту аркаду, и там появляется информация о том, что Кенвус выходит через зиму. Но игроков под Б-сайдом было более чем достаточно для того, чтобы оборонять эту точку. Там порядка 3-4 игроков было, да? Виса погас, и 3 игрока еще осталось. 4 игрока были на приеме. Это с учетом того, что один игрок просто быстро сместился с КТ, с мида на КТ, и оттуда уже остановился. Ну что, Виндштормы? Все-таки смогли немного подкосить. Вот это просто, знаешь, закон Point-Blank, я бы так сказал. Вот нигде такое больше не сработает. Есть что такое. Шеннон. Дуал достал. Троих забрал. Далее игра против Соу. Информация также еще есть по Рензу. Конечно, залетел, его не задел. Сейчас забирает Рензу. Это была информация под ланком. Человек находился. Соу, что последний. Берет этот фраг, Шеннон, нет, не получается, Соло небольшой размен, но ситуация 1 в 4. Крепчает Виндштормы. И вот я просто думаю, что пошло иначе у Виндштормов. Они же вот в предыдущем взяли раунд на бете, они туда просто 3 человека отдали. Именно прямо стояли, бейтесь, насмерть, стойте. Ну, в этом раунде тут все понятно, тут ребята, именно Шеннон, поражал. Убил уснувшего Вейка. И вот как-то вот в подобном стиле поработал, прожкатил, получил большое преимущество. Соушки на испуг его взяли. А, его с КТ пощупали с песков, он потом понял, в чем дело. 22 хп остается. Опа, прошел. Проверил нычку. Ну и пойдет под апленд. А там никого пока что, но просматривают. Или... Никто не смотрит. Толю не смотрит. Но сейчас, подожди, Верео, может быть, повернется. Но сейчас Соу натопал. Его определенно здесь должны были слышать. Он сразу же забегает под плент. Будет ставить, но против троих с 22% здоровья. Ой, Артем, ой, Артем. Откидывается ХАЕ сразу же под мид. Ну и на этом все заканчивается. А, это даже был смол. И то не в мид, а в коннектор. Ну, у меня что-то немного это прицел сбился, прошу прощения. Виндштормы возвращаются в игру и... Ну вот...
Бомба деактивирована. Как так-то просто так хорошо шла игра у ТБА, и сейчас вот после перезахода просто нажми табуляцию. Что это за счета? 2, 2, 1, 0, 0. Ну да. За 3 раунда. Просто после перезахода. Так. Ребята, там переживают за отмашку. Так опять же, ребята, ну, богойство. Все ж будет. Да давай сделаем. Ну давай можем. Сделаем отмашку. Кодовое X, слово XO. Он был сегодня у нас королем на трансляции, так что будет XO. Пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. XO, первые 15 человек получает свой приз. Да, ну, в принципе, вам только две буквы написать нужно. Оно на русском «хо», на английском «X». Ну, правильно вообще говорить «X». Как красиво сказал «XO». Вот такие вот моменты. Шеннон снова прожал, но позицию для противника уже не нова. Они, в принципе, понимают и периодически ее щупают. Поэтому тут стоит тоже быть внимательным. 3-4. Миноград в чате. О, сейчас будет! Вот так он потирает ручки сюда! Ну да, готовьтесь, ребята, писать. Максим, ссылку в чатике вы увидите. Две буковки от вас требуются лишь только, поэтому все в ваших руках. Открытие на песке, там Верёва стоял на обороне, солнышки его пробивают, и сейчас получена очень хорошая позиция. Можно пойти на бет и решит пытаться контролировать мидл. Мираж, пунгу, его просто снес вейк, он в другую стенку аж улетел. Окей, будет постановка, смотрит на хаечки, отлично. Это, наверное, уже будет просто классика на этой карте, когда реально вот тут каждый будет смотреть именно в небо, чтобы с КТ ничего не прилетело. Соу, минус по НЖ, последним остался Вис. Но у него 25 хп и два соперника, кажется, невыполнимой задачей, хотя сейчас перестрелка один в один. Солушки выходят под квадрат, но Вейк сам справляется, раунд получают 4-5. Даже, но могли лучше определенно, да. Ну, переломный момент все-таки настал от команды Виндшторм. Смогли подсбить темп игры этим перезаходом, но это просто, знаешь, максимально, пытаюсь подобрать какое-то максимально подходящее слово для трансляции, чтобы без цензуры, точнее, чтобы с цензурой было. Не могу. В общем, это максимально странная штука, которая работает серьезно только в ПБ. То есть ты играешь, тащишь, вообще все разматываешь, попадаешь хорошо, там на ноге врываешься, идешь 4-1. Выходишь в лобби, сидишь там меньше 20 секунд, возвращаешься и за 3 раунда делаешь 5 фрагов. Ну, в целом за команду. Вот... Кому-нибудь скажи такое, ты болеешь как-то? В смысле, как такое возможно? Оно нет, вот оно наяву происходит. И причем это очень часто, это я сейчас не говорю только про команду To Be Announced. Это вообще реально такая тенденция в ПБ. Тебе один раз стоит перезайти, и все, ты перестаешь стрелять. Что за магия? То есть сразу же оговорюсь, это никакие не обвинения там в сторону игроков или еще что-то в этом роде. Просто магия Point Blank'а. Шокичи. Ладно, минус НДЖ, минус Шеннон. Начало обороны пока что неплохое тут-тут-фу для команды ТБА. Смотрю на приписку атрибутов и такой, так, стоп. Не, они же вроде у нас сейчас играют. Ну и сидят спокойно Виндшторму. Вот сейчас Виндшторму будут ждать ошибку. И должны это ТБА понимать. Вейк идет чекать коннектор и вполне себе может найти здесь своего соперника, а может быть и найти проблемы на свою голову, поскольку он идет сейчас с дуалами, а там дальняя дистанция на карабине от Верео. Да, был минус от Трензы, и Кен вот поддержал еще фрагом на Верео. Боковую зачистили, остался один Мираж. Но, как мы с вами знаем по вчерашним матчам, Мираж может. Серега готов, Серега заряжен. Серега боевой, а Димуха как-то позабыл о медле, не знаю, наверное, потому что Кен вот тут как-то выходил, может, он сказал, типа, я контролем, может, не знаю, остается догадываться, но ситуация особо легче-то не стала. Мираж 1-3, поставит, да, покачается, классно, 3 жадовые точки на кону, ну, это, походу, все, что его здесь может радовать, потому что, да, 3 оппонента, которые вот уже тебе на голову садятся, не то, что ты хочешь видеть. 4-6. Бомба деактивирована. Так, чего там? Так, миссия вот провалена. Моментик тут есть, отвлекают. Это не настолько важно дело. Ладно. Поговори секундочку.
Хватит. Не, ну ладно, больше. Окей, ладно, разговор закрыт. Откидывается ХАЕ сразу же на поджим под дерево. Здесь боковую пытается подаркадить. Вот сейчас для команды Туби Анонс потеряно как минимум две ХАЕшки. Может быть, третья была где-то откинута на боковой. И в дальнейшем ресурсов может просто не хватить во время захода своего соперника через боковую. А здесь три игрока на секунду. То есть сугубо придется принимать голыми руками. Голыми руками надо убивать троих. А вот есть еще одна хаешка у Сол. Но эта хаешка не помогает. Минус от НЖ. Сол все-таки закрывает виса. Еще одна осколочная падает под окно. Сол пытается поражать в ответ. Кен вот очень вовремя заходит в секрет. Находит минус 2. Верео хоть и разменялся, но по Верео есть инфа. Но это, в принципе, его не волнует. Верео минус 2. Минус от Миража. Остается Тимоха. Ну и Тимоха один в один. А Мираж знает, где... А подожди. А Тимоха-то читает. Здорово, Мираж. На ноже... Он еще и успел уйти и свапнуть девайс, но все-таки Тимоха его добил. И раунд для команды Тубиано. 4-7. Сори, раунд пропустил, пришлось отвлечься. Запреки тут очень важное дело. Ну, немножко в кавычках, я немножко утрирую, конечно. Ладно, все, с этим расправились. Смотрим далее. Аркада от Тимохи. Вот с тем, что делал на той стороне Шеном. Но пока успеха не сыскал. Конечно, летят, Тимох танцует. Тут их просто триллион. Виндштормы врываются на плент. Кен, вот небольшая ответка по виса. Кен, вот еще пока что танцует на тайке, но его здесь пятером, вчетвером, не знаю, навалились куча мала. Поехали. Кен вот отвечает, вроде бы как. Сейчас Рензо помогает. 2 в 2. Пленту. Никого пока что. Хоть позицию и пробили. Перестает карта Френза, открывает Шеннон, своевременно забирает фраг по нему, и теперь один в один. Шеннон может просто бежать на Б. Это, по идее, должен сразу же читать Соушки, потому что он понимает, что он контролит Альфу. Тут или обход, что он сейчас чекал, или уход на бету. Но гораздо, да, проще как раз-таки. А Шеннон... Вот не понимаю... Ладно, все, я сейчас представил. Может быть, только поймать на ножах. Ну, проверил? Так пойди поставь. Вот сейчас прям совсем дикий Mind Games пытается устроить Шеннон, лишь бы не потерять... Не понял. Вот для чего тогда он всю вот это вот бегал? Хотел, походу, набить себе гиги за шаги. Других мотиваций не вижу. Но, опять же, это лишь говорю, что для нас кажется также вариантом. Мы это озвучиваем. Снова говорю, что это выбор игроков. Нужно каждый раз говорить дисклеймер. Хаешка от Шеннона отлично залетает под Тимоху. Первый фраг получен. Далее смотрим за атакой, как будут разворачивать ее. 4 в 5 ситуация, при которой они могут реально в любой планет выпасть. Тут, кстати, на медле есть молодой человек. Сошки пытался дуалами забрать. НЖ оставил ему 5 кп. Далее открытие. 8 сам остался. Жив. Кена-то забрали. Опять же, преимущественно на стороне атаки еще находится. Ну, тут должны дожимать. Сошки хотя приходит на помощь. Тиммейт, тут, конечно, тиммейт, или... хаешка, один в один. И Верео остался тоже. Соляно против Фейка, какие дикие просто размены были. Но, опять же, преимущество было у Виндшторм. Не разыграли. И довели до того, что остается один в один. Ну что, Верео. Уйдет сейчас через коннектор, естественно, пойдет ставить апленд. У Вейка навряд ли хоть какая-либо информация появится. Они в целом по разные точки на картах. Находятся в разных углах картах. На карты. Господи, Максим, соберись. Ну и Вейк аккуратно пробирается сейчас под Б. Как только таймер затикает, мне кажется, вот как раз-таки с этой позиции примерно... Ну, не с этой, подойдет чуть поближе на боковую. Он должен слышать, что это явно не Б-плент. То, что это А. Да-да-да-да-да. Все прекрасно слышит и уже смещается именно в сторону А-плента. Верео пытается закрывать игру через лон, но должен слышать сейчас Вейка, который довольно громко проходит через коннектор. Но Верео изначально предполагал, что будет выход с кухни, но нет. Верео на длине, Вейк должен это понимать, хотя бомба при этом стоит в закрытую. Слушай, интересное решение от Верео. И Верео... Верео... Ну, что ты тут не то, говорит Вейк, подожди. Где-то он, значит, поблизости. Вейк идет его искать. Больно. Больно. Но вроде как он, можно было бы еще сказать, типа, куда, что за свап, но когда он подходил к своему сопернику, он уже был с оружием в руках, поэтому тут это навряд ли сыграло свою роль. Но в любом случае ответный раунд есть от Виндштормов, может быть опять будет это как раз таки отправной точкой для камбэка. Посмотрим, станет ли. Так, 5-8 на табло, оборона пока стоит, особо не рискует и не лезут на файт, и вот стоят крепко.
Хаешь, тут контакт, которые должны дать виндшторма. Хаешка пролетела от НЖ, это вроде как под стенку летит, поэтому там должен быть пик. Хаешка под тимок, под его фаст, пусть выбросает. О божечки, как она по таймингу залетает. Сейчас перестрелка против НЖ, ни пули не попал, но фраг по НЖ, ой, по Шеннон получил. Можно отступить, потому что самого немножко потрепало. Хаешка такой промахнулся, походу, его же ведь. Еще один вот, дает под стенку. Стоять пытаются. Аккуратно. Открытие от Кенвуда. Он был на песках. Вы щелкнули. 4 в 4. Пом-пом. Пока что это медленная игра. И вот похоже, да, на распостояние. Получение для себя преимущества. Но даже когда они его получают, виндштормы, они не действуют. Ждут вот прям совсем вот момента, только когда вот прям стукнет. Тогда я побегу. Вот что такое есть. Писа, забирает фраг по сошке, ослабла точка Б, и побежали. Вейк и Рензо на пару сейчас, если не папа верил, ой, там залетела сейчас шальная, в голову верил, 2-2, и есть постановка. Бомба была установлена. Ну и вновь попытка будет ретейка от команды To Be Announced. Рензо выходит через КТ спаун, его тиммейт будет заходить через боковую. И справится ли Вейк со своей задачей? А Вейка-то вообще никто не... Да-да-да, почему? Ну почему ты передумал? Ай-яй-яй-яй-яй, Рензо находит минус на НЖ. Далее есть размен от Висон, 6 хп. Вейк все-таки попадает и приносит еще один раунд команде. Окей, хорошо. А почему в линию-то? Вот, ну, я не знаю, тут тоже нужно контролировать, ребята. Вот каждый раз тиммейтам тоже говорить, пожалуйста, не в линию, пожалуйста, не по одному. Слушай, сегодня мы столько линеек увидели, но эти линейки были не оправданы. Я не знаю, почему так. Но здесь, видишь, с одной стороны, я просто, ну, по своему, наверное, примеру буду судить. Когда такое происходит, ты... В первую очередь, быстрее хочешь помочь тиммейту. Типа, он тебе дает инфу, вот он там. Ты выбегаешь, и может быть, где-то угол обзора у тебя, да, не тот выставлен. Ты не видишь просто боковым зрением то, что рядом с тобой тиммейт стоит. Ты его обходишь и как бы встаешь прямо к нему в прицел. Но очень-очень много патронов улетает просто к тиммейту. У меня очень часто такое бывает, то, что тиммейты подходят в упор, или я сам подхожу в упор, попросту того не замечая. Поэтому эти линейки получаются, но сегодня их что-то слишком много. Если ранее мы могли там кликнуть линейка один раз в неделю, то сегодня уже раза три точно было. Ну, кстати, ну ладно. Тут есть тоже, ну, пока это формальный раунд уже, ведь идут уже, да? И, а, правильно? Да, ну давай. Правильно, да, понимаю, да. Просто вот как раз отдать немножко обсуждение этому моменту, что фокус внимания в этом случае... Тебе реально не удается сконтролировать, даже ты хочешь открыться, ты понимаешь, что опять никак пойду, возьму, и вот-вот-вот, и выходит, что и тиммейт с тобой то же самое подумал, и да. Фокус внимания, вы просто не успеваете скоординироваться. Здесь вот именно в этом-то и проблема, то, что фокус внимания плюсом, опять же, ты где-то можешь не замечать просто, но ты его не видишь у себя на экране тиммейта. У всех разные экраны, разные настройки, кто-то вообще, не знаю, я вот, когда позавчера, я общался с знакомым проигроком энной дисциплины, я его попросил, дай мне, пожалуйста, свои настройки, типа, как ты играешь. Он мне скинул скрины. И я такой поставил, чего? Как можно играть? Вот просто, там квадрат. Кто-то играет. Я видел, наши парни так на ланах настраивают себе компы. То, что кто-то серьезно играет, вот, допустим, 144 Гц монитор. Или, ну, там, неважно, сколько герц, просто хороший, там, допустим, здоровый моник. И разрешение ставится, что там, даже не 16 на 9. Но популярное разрешение 1024 на 768. Некоторые такое ставят, некоторые ставят просто 1200... Сейчас я скажу тебе. 1280 на 1024. Вот такое ставят некоторые. Это такие популярные. Еще популярное 1336 на 768. Другое, вот. Это, вы сейчас слушаете, ребята, я сейчас если что говорю, реально просто вещи, я просто говорю вам из статистики. И популярного киберкотлет, вот в последнее время точно, вот тут вот, прям максимально популярное, 1728 на 1080, у вас его просто так не поставить, кого интересует, это разрешение нужно создавать в разделе вашей видеокарты, вот заходите в панель управления, NVIDIA, вот если у вас есть, то создаете разрешение, герцовка, применить. Ну, слушай, это вообще супер странно и супер неудобно. Но к этому надо привыкать.
Вот, допустим, так, это что здесь? Формат экрана даже не 16:9, а 4:3. Да. Да, 4:3. Я поставил, я такой, ты как ты вообще кого-то видишь здесь, во-первых? Как ты кого-то убиваешь вообще на этом? Не знаю, типа, мне прикольно, мне нормально. Я попробовал поиграть, мне прям супер непривычно. Я поставил 16:9, вот 16:9 для меня кажется, что... Ты не паришься, да, я думаю... Нормально. Это кому что, просто как повернулось человеку, вот ему так и прикольно. Я вижу прикол людей, которые это делают, да, но лично мне не прикольно. Я 16:9 еще сделаю. Мы с тобой почему вообще начали это обсуждать? То есть вот именно такие настройки экрана у каждого игрока свои, и у каждого угол обзора тоже свой настроен. И периодически где-то, ну, просто ты его не замечаешь. Но у тебя его на экране не отображается и так далее. Ладно, мы переходим с вами уже ко второй карте. Эта же карта будет решающей в этом файте. Ренз нашел уже энтри-килл. И, в принципе, тупи анонсы сейчас действуют по дневникам деда. Нашли минус, ушли спокойно назад. Остался один Кен вот где-то тусить под кафе. Но он находит еще один фраг, что тоже очень немаловажно. Закрывает НДЖ, при этом сам остается на 47% здоровья. И уходит еще, живой, живехонький, бодренький, зашел на железо, теперь отсюда будет помогать своим тиммейтам. Что касается атаки, ну они вроде как занимают сейчас кафе, плюсом есть Верео, который может выступить под мид. Но проблема в том, что игра сейчас на лету и кишке может обернуться проблемой при смещении Б-сайда. Но находит минус Виса, и сейчас все внимание приковано именно к игре на кишку, но хаешка на мид упала довольно неплохая. Тоже очень важно выбор позиционки сейчас у игроков обороны. Мы как-то раз, наблюдая за командой The North Remembers, говорили с Ильей о том, насколько жестко эти парни друг другу доверяют. То, что даже ухом не ведут, мол, в другую сторону. И вот здесь при обороне Аплунта то же самое было. Вейк смотрел кишку и не смотрел в мид, хотя там стоит Кенвуд далеко не в самой открытой позиции. И здесь заход под Бэплен. Формация появилась, задача толку жить максимально дольше, сколько сможешь, чтобы мейты успели сместиться. И он выжимает максимум. Он находит даблкил, правда, при этом Верео отвечает тем же даблкил. Лом и выводит ситуацию на 1-1. Но у него нет инфы по Вейку, который подокрался в спину и принес еще один фраг, еще один раунд для команды. Но было близко, безусловно. Было близко. Так, 1-0. Начало такое. Кстати, вот закончим, наверное, сообщение. Хотя, ладно, будет еще время пообщаться, потому что есть еще что рассказать вам и мнение одного человека, скажем, которое далеко не последнее. Вот. Даже так, моментик есть. Так, 4 в 5. Хаешки летят. Сейчас неприятно было получить под респаун как раз таки, потому что ты, когда остаешься там, надеешься, что под тебя такое не залетит, и ты просто будешь жить. Но тут очередная хае погибает, мираж. И вдвоем остались ребята, тут поджимают под респу, не дают им никак раскрыться. NJ последний, втроем, вот и вчетвером бы просто загасили с разных сторон. Раунд есть для обороны. Очередной, 2-0. Так, что ты нам хотел сказать? Это про то, что вы, ну, можно было на перерыв, но просто сейчас никнейм Шраут вам о чем-то говорит, если... Вот. А этот молодой человек, я не знаю, опять же, конечно, низкий поклонный, снимая шляпу, играет, если что, на Full HD. Просто Full HD поставил, играет, все. Поэтому вот кому что, опять же. Поэтому те, кто считает, что там вот такое разрешение только для киберспорта, ставишь 1300, там еще такое, ставишь разрешение 4:3, и только с ним ты будешь тащить, да ничего подобного. Это лишь только от вас самих и зависит. Да, я полностью с тобой согласен, но вот на 16:9 лучше. Ну, я почувствовал лучше, потому что моделька вроде как покрупнее смотрится твоего соперника и вроде как целится полегче становится. Не знаю, сугубо мое личное мнение. Но ладно, это мы чуть позже с вами обсудим. Здесь пока что идет душка со стороны команды To Be Announced. И сейчас мы с вами третий раунд наблюдаем на этой карте. И третий раунд разного варианта развития событий. Первый поджали на середину закрытую, второй прожали до талого, играли в убийство просто на ноге. Третий нашли минус, сделали вид то, что затишье, и отсиделись на своих поджатых позициях. И сейчас остается один мираж. 12 хп. Варми зажимает по всем фронтам. Он еще и с тактилайтом. Находит один минус, но здесь, ну, как бы ты не хотел, просто ты ничего бы не сделал. Ушел за дверь, дверь простреливается. 12 хп дамага с крисов допили бы 100%. Пару хаешек бы еще прилетело тебе туда, потому что тоже... Ну, ладно. Минус от Шеннона, энтрикилл есть, закрыли соу, правда, Тимок моментально разменялся, и вот сейчас есть вариант опять отойти в закрытую. Но они играют все-таки полуагрессию Ренза, я тебя понял, вопросов нет. За соуки и двор стреляю практически в упор, говорит Ренз. Минус 3, головы собирает Кен, вот доедает еще и миража, и мы выходим с вами в лобби. Может быть,
Ну и Раптик волшебным образом. Это сработает и поможет команде Виндшторм к тому, чтобы вернуться и поднабрать какие-то раунды. Но сейчас, будучи на буре в пустыне, определенно команда To Be Announced просто... Мираж, красавчик. Переметнулся, быстренько переобулся такой. Опа. Пересел. А что, ребят, забатили меня? Говорит, счет поменять, тыкают. Карта за To Be Announced. 4-0 на табло, не понимаю. Может быть, еще только в предыдущий матч, в начало его, не понял, в общем, вас, ребята, что напишите еще раз, все вроде. Даже перепроверил, я не поверил даже в то, что я неправильно поставил то, что, может, Виндшторму победили на прошлый, нет, я только что повтор посмотрел, все нормально, все. Айбайтер, это звучит как, не знаю, какой-то новый продукт Apple. Айбайтер, окей, Вейк, он под лангом, тиммейт рядом вроде бы как есть, и сейчас, если нужна будет помощь, они помогут. Штормы, хаешка залетела под них. Потеряли Шеннона. Кстати, забросили, так понимаю, под тачку. Одну хорошенькую, вкусненькую, которая забрасывает так же лос, любитель. Как раз такие фишки закидывать. Но на попытке прохода под лонг встречают проблемы Виндшторма. Их оборона цепляет. Щупает одного, второго и вот третьего уже получается. Кенвик огибает позиции. Пытался зайти за спину. Кстати, он пытался сделать это в соло. Ну и поплатился. И ситуация 2 в 2. Открытие. Виса не был готов к перестрелке против Фрэнза. Он смотрел куда-то вправо от него. Мираж отвечает. И это 1 в 1. Ну, либо Вейк сейчас тащит и здесь просто сухомятка на первой половине, либо Мираж все-таки сможет бомба разыграть эту ситуацию. Бомба была установлена. Но и Мираж при всем том... многообразии, наверное, позиций, на которых он мог отыгрывать эту ситуацию, он продолжает играть довольно агрессивно против своего соперника. И у Вейка есть информация. Мираж обходит, Мираж пытается изменить позицию, но это прекрасно должен понимать для себя Вейк. Попытался начекать. Пока что потерял немного понимания игры Миража, ну и Мираж дождался, пока соперник подойдет в open field. Есть минус и раунд для Виндшторм. 4-1. Это опять работает. Что происходит? Может быть, будет камбэк, посмотрим. Но на песчанке в атаке, ну, тяжеловато, ну, чтобы вот такое случилось. Прям должны звезды, наверное, сойтись. Выключает Миража по началу этого раунда. Кен вот смотрит проход под ноль, если что. Тут ребята смотрят также выход на площадь. Пока вроде под контролем. Но будут ждать Виндштормов, когда они будут предпринимать действия свои по открытию. Хаешка залетает, ребят, немножко коца. Это тут, в частности, Шен лишь только ХП потерял, но потерял значительно, я считаю. Так. Под Т-шкой. Щупает НЖ, полетела Хаешка. От Тимохи фраг по Виса. Заход под Т-шку. Но тут вдвоем нечего делать. Ребята должны это понимать, очень опасно. Слово, они вдвоем-то только лишь и остались. Анджей, Верео. Ой-ой-ой-ой, как опасно. Тут вообще 5 человек. Что делать-то? Ну, разумеется, цеплять хотя бы вот так вот по одному. Это лишь только вариант. Иного нету. Вот открыться сейчас под Рен, за 6 кп у него. Забрал и пошел дальше. Раз. Ага. И еще один по одному. Вот все. Рисковали ТБА закинуть. Ну, все-таки добирают, это 5-1, смена сторон будет. И тут ребята писали о том, что мы итоги по ставкам не подвели, поэтому у них такой вот ажиотаж был. О, господи. Давай подведем. 10-5 на команду To Be Announced. Вот где 10-5-Т? Настолько вот ты прям не хотел писать ТБА, вот две буковки допрожать, да? Чтобы это самое, побыстрее отправить свою ставку. Пиши мне в личные сообщения. А кто? Забирай. Кто кому? Где? А, где? Я слышу, у меня для меня вот, ну, все равно тяжело, поэтому, когда озвучиваю и то, что он написал, и никнейм, я говорю, вот, ну, то есть зритель в чатике. Он же как раз волосы написал. Ну так вот, типа, я как бы не намекаю, ребята. Ну, точнее, не говорю. Но вы, ребята, посмотрите итоги. Мы, наверное, уже раз в 100-500. Еще повторимся, наверное, еще 100-500. Ну, не надо переживать за свои коды. Ребят, ну просто примите простой факт. Мы с Ильей здесь комментаторы. Не для того, чтобы сидеть вам коды накидывать. Коды — это... просто приятный бонус просмотра трансляции. Не более, не менее того.
Не надо за них вгрызаться. Мы уже несколько раз с вами проходили эту тему. То, что вы начинаете перегибать палку с выпрашиванием кодов и требованием кодов, и мы эти коды начинаем сокращать. Просто забудьте про то, что они существуют, и этих кодов будет больше. Мы будем скидывать их чаще в чате, будем чаще выводить на экран. Но чем больше вы именно начинаете требовать, чем больше вы начинаете флудить коды, 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 а, коды, коды, убью за коды, мы меньше хотим их делать. То есть мы уже даже голосование вам вели. Мы в коды закидываем не то, что нам в голову взбредет, а то, что вы выбираете. И, ну, просто относитесь проще. Ждите, ваш код всегда вас найдет. Дождитесь, пока мы закомментируем, и будет свободная минута. Ладно. Аркада сразу же подмит от ТБА, нашли два, погибает Мираж, погибает Виса и Верео, проходите туда угодно, Верно, Тапленд без проблем. Можно сейчас еще поработать от НДЖ, который нашел минус на Ренза, но его сразу же Вейк подрывает на гранате, остается один Шеннон, который выходит на мид и сразу же попадает в снайперский прицел Кенвуда. Кенвуд дабл, хорошая работа, снайперский девайс свой оправдал, и один раунд теперь отделяет от победы команды ТБАНОНС. В принципе, все легко и спокойно. Ну, пытаются давануть, пытаются отыграть на характере, это может помочь. Первый фраг есть за атакой. Пал сейчас в Верио. Виса на первом этаже открытия против Соул не дожал. А вот сейчас это может быть, наверное, фатально. С одной стороны, забирать, кстати, Ренза. Из приятных новостей Шеннон сделал такой минус. Мираж взрывается на лонге. Там, конечно, просто одинокая залетела. Серега на ней подорвался. Одна нога тут, другая там, как говорится. Что? Слышно, как щелкает и шлепает своих соперников Шеннон. Стал последний. Но он прорвался вроде бы как вальку, типа классно. Но три соперника. Не увидел, сколько у него там дуалов. Просто есть, по сути, вариант. Да, 1-3 устоять, но очень тяжело. Слышит топот. Без открытия играл по одному. Ну, то есть соло сейчас открылся. Шеннон тоже один открылся. Энджей. Ну, соответственно, тоже один, потому что тиммейты погибли. Соло, кстати, рискует, он может не подниматься так, чтобы не отдавать открытую перестрелку в своем паре. Но он же и добрал. Это благо сейчас для виндштормов. А по одному так открываться. Но с другой стороны, вот тоже. Я вот сейчас думаю об этом. И, ну, их трое. Ну, заходят они через арки. Так их Соло может просто зажать. Даже почти буквально одним нажатием клавиши троих собрать. Ну, с другой стороны, тоже. А что вы втроем собрались, что ли, идти через арку? Почему никто через железо не пошел? Вот такой вот ответ тоже есть, наверное, сказано. Так. Начало раунда, раскидки. Причем, конечно же, дефолтные, что он снова напрягает Ренза, но хотя кто кого еще тоже. Расстояние, в котором, кстати, сейчас... Ну да, Шеннон вроде как отступает. Тиммейты работают на ланге, Ренза добирает Виса. Мираж падает. 3 в 3. Вейк под нашивом. Хаешка. Надо бежать. Уф, успел. Он зашел на Лилю. Ну что, в бета... Ну подожди, Б-план, да. Скорее всего, Б-план будет разыгрывать, если Верео там не помешает. Но пока что мешает еще и Энджей. Энджей закрывает Вейка, и сейчас будет выход в размен, скорее всего, от Тимохи. Он должен был видеть Энджея, да и слышать его вполне себе отчетливо. Но проблема в том, что на песках еще сидит Шеннон. Да, Шеннон с тактилайтом, но кажется, что этот парень... вполне себе не позволяет промахнуться. Такой тайминг, что происходит? Тимоха выходит в спину, закрывает Шеннона, закрывает Энджея. А почему так? А кто чекал? А никто не чекал. Вот просто проблема тайминга. На секунду отвернулся в другую позицию посмотреть, и тебе вышли в спину. Остается Верео один в один против Тимохи. У Тимохи дуалы. И ему нужна контактная позиция. Ну, вообще сейчас эти пики ни к чему. Он просто пытается собирать, обновлять, точнее, информацию по позициям соперника. Видит Верео. Верео скидывает еще и дэмэджу. 36 хп против 12. Но Тимоха здесь очень сильно рискует и все-таки замансовал своего оппонента. Закрывает Верео. И это победа команды ТБАНОНС. Так, 7-1. Да? 7-2. Но кажется, что формальные раунды доигрывать Винштормы не будут. Если не будут, то это будет 10-2. 10-2. Да, дописываем. Буря в пустыне. 10-2. 10-3 вижу на ТБА. One Day in Hill, 10-2, но тебе анонсы, жду в личные сообщения ВКонтакте, скрин учетной записи не забывай. И ты получишь свой приз, донат на 7 дней, ну а мы, друзья, будем с вами на сегодня потихоньку прощаться.
Да, немножко подытожим, только подождите, сейчас это то, что важная тема, да, вы сегодня проголосовали, вы большие молодцы, ожидайте, соответственно, коды, но опять же, помечаем терпение, ребята, конечно, можно писать, никто за вас, точнее, вас за это не поругает, вот, но просто дождитесь, новые закажем придут, чтобы были кодики у нас на отмашку и так далее, просто и сейчас вот вы вообще красавчики, у вас много, и это лишь только побуждает делать больше, делать лучше. Соответственно, вот мысли-то чувствуете? Ага. Вот, мы можем работать с вами в этом направлении, поэтому с вас онлайн, ребята, зовите, пишите в чатике, будьте классными, и вот нам будет также здорово, и мы сможем легче пушить для вас какие-то призы, приятности, вот, что для всех является, конечно же, полезным. В общей сумме подытожим. Чем вас больше и чем спокойнее вы относитесь к кодам, тем больше и лучше эти коды будут появляться на чате. То есть вас становится больше. Слушай, а давай челлендж замутим. Мне вот сейчас в голову пришло. Что если мы каждую... Ой, ну подожди, давай не каждую. Давайте так. На следующей неделе, если мы каждый день набираем с вами онлайн порядка... Не хочу перегнуть палку, но давайте 140 человек уже. Побольше. Я вам 10 человек всего сверху накинул. Вас по 33, по 35 приходит. То есть вам всего там надо 5 человек привести. Если мы каждый день набираем 140 человек, то мы выдвигаем на голосование в команде с Ильей коды, которые вот сейчас на 10 активаций. Давайте на 15 сделаем. И чем вас будет становиться больше, если мы так с вами сделаем, если мы с вами неделю будем 140 там набирать игроков, зрителей, то мы поставим вопрос на повышение количества активаций. Если вас станет условно потом 200, то мы сделаем 25 активаций и так далее, и так далее. Вот. Но, друзья, еще раз акцентируем внимание, чем вас больше и чем вы спокойнее относитесь к кодам, тем больше и лучше эти коды будут. Вот так вот. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона для вас Илья Стиви Хайдаров, Максим Чеев-Терентьев. Всем огромное спасибо за присутствие. Услышимся с вами завтра на матчах легендарного дивизиона. До завтра.